Ребятки, всем привет. Издалась она на данный момент. Мне все время нравится, как таксисты в Краснодаре очень жалуются на пробки и обвиняют в этом, соответственно, правительство России, вообще как бы Россию, потому что у меня машины нет, когда я в Краснодаре, и я езжу на такси все время. И каждый таксист просто бесконечно жалуется, вот какие у нас дороги, какие у нас проблемы, какой у нас трафик, какие у нас пробки. При этом Краснодару больше, чем 250 лет. И внутри города расширить дороги практически невозможно по причине исторических зданий и старых инфраструктур. Тут, смотрите, новый город, вот эти все дороги, они вообще построены, наверное, 50 лет нету этим дорогам. И смотрите, что творится, это каждый божий день такое. И никто, стоя в этих пробках, не жалуется, что правительство не обеспечило широкие дороги. Все просто жалуются, что заехало много людей в Даллас. Вот и все. Но у нас это будет просто бесконечное нытье, кулёж, что вот власти каким-то образом не смогли расширить центральные дороги исторического города в центре Краснодара, как-то они не смогли обеспечить более широкие дороги. Так вот, вы съездите в Америку, съездите в любой европейский город и посмотрите, ну, за европейский город, наверное, я не буду сейчас сильно говорить, я там не жила, я только там отдыхала. Но в Далласе вот эти пробки, это каждый божий день, занимает как минимум час с лишним доехать до работы, если не больше. Это мы сегодня еще движемся, а иногда мы просто вообще стоим и никуда вообще не едем. Вот. И говорю, никогда я не слышала, чтобы люди жаловались, что это государство виновато в этих пробках. Ни разу, никогда я это не слышала, никогда. Что-то вот это правительство США виновато, что в Далласе пробки в центре. Поэтому, знаете, надо как-то немножечко успокоиться. Правительство России не может организовать широкие дороги в каждом центре старого города. Это абсурд. Эти пробки просто сейчас везде, потому что все ездят. И пока не придумают какие-то новые средства, не знаю, метро везде строить или какие-нибудь воздушные дороги, так это все и будет. Будем стоять в пробках всегда и во всех странах.